доклад был о будущем, который ждет всех нас. Мой доклад был о том, какие тренды мы замечаем сейчас и ожидаем через 20 лет в будущем бизнес-сообщества, как следствие, как изменится ландшафт этого рынка. И сопутствующие этому изменения роли и роли IT-сотрудников, IT-шников и наше видение того, что будет с IT-обучением через 20 лет. Естественно, для нас ключевое – это наше видение того, как изменится и трансформируется IT-обучение. Об этом мы будем докладывать. Но основные тренды IT-рынка сейчас – это, во-первых, естественно, создание публичных транснациональных ЦОДов, публичных или частных ЦОДов – это основной тренд. SaaS, Cloud Computer – основной тренд. Основной тренд IT-рынка – это то, что все компании становятся очень нишевыми и поддерживают свой основной бизнес-процесс, вследствие все остальные услуги передавая на аутсорсе. Этот тренд прослеживается и в бизнесе в целом, и в IT-бизнесе, и, в общем-то, в образовательном бизнесе. Также основные тренды – это те возможности, которые открывают нам текущие изобретения. Мы делали предположение о том, что через 20 лет уже достаточно сильно развиваются нанотехнологии, достаточно сильно развиваются альтернативная энергетика, будет изобретен квантовый компьютер, что позволит, в общем-то, перевести текущие технологии, ну, скажем так, видео сменится голографическим изображением. Это, конечно же, отразится и очень сильно расширит возможности образовательного рынка. Это расширит возможности, позволяющие проводить удаленное интерактивное обучение в виртуальных средах. В общем-то, об этом и был мой доклад. Он был также о том, конечно же, в докладе были некоторые спорные провокационные заявления, которые вызвали некоторое оживление. Эти заявления мы потом тестировали на опросах, которые мы проводили в игровой зоне. И каждый, кто принимал участие в опросе, мог выразить свое мнение о будущем, что будет, чего не будет. Будут ли транснациональные ЦОДы в космосе на спутниках, что будет с ландшафтом рынка. Информационное сообщество станет абсолютно публичным. 70% ЦОДов будут публичными, порядка 30% будет частными. Наша версия содержит даже такое утверждение, что через 20 лет ВВП России доля голубых фишек IT-компаний ВВП России будет составлять не меньший объем, чем доля от нефтегазового сектора. Такое, кстати, это утверждение вызвало довольно большое количество дебатов, но мы в это верим. Также мы считаем, что лет через 20 большинство конечных провайдеров будут работать только в беспроводном сегменте интернета. Как следствие, очень изменится структура IT-ролей. Мы считаем, что IT-специалистов в advanced уровне станет в 2 раза меньше к этому моменту, и они будут работать только в IT-компаниях, а IT-менеджеров, занимающихся организацией услуг, получением услуг IT-услуг, будет в 2 раза больше. Также мы считаем, что исчезнут такие роли, как инженер SKS, специалист широкого профиля, сисадмин. Считаем, что появится IT-полиция, считаем, что появятся IT-юристы. Ну, я могу говорить долго, мне бы не хотелось пересказывать, в общем-то, весь свой доклад. Мы больше всего внимания уделяем отработке методик удаленного обучения в реальном времени. В данный момент времени мы используем технологии видеоконференц-связи, смешанные технологии веб-общения. При этом мы совершенствуем технологии создания практических лабораторных баз с возможностью подключения к ним удаленно. Нами запущен в этом году целый ряд продуктов, позволяющий собирать совместные группы между нашими филиалами. У нас 8 точек присутствия по России. Также позволяющие делать обучение программно-аппаратное, когда с нашей стороны серьезная аппаратная база и сервер, со стороны клиента только программные средства. В действительности, я бы сказала, что это ключевое направление нашего развития, и при этом мы используем видеоконференц-связи сами, а также учим клиентов использовать эти продукты в своей деятельности. Наша стратегия на данный момент – это участие только в мероприятиях, позволяющих сделать какие-то интересные, какие-то креативные, можно сказать, перформансы.
учитывая, что, в общем-то, это наша стратегия или тактика, можно так сказать, совпала с тактикой и стратегией организаторов, мы смогли вместе создать интересный проект на данной выставке. Помимо всего прочего, мы были соорганизаторами очень интересного конкурса «Поединок Бонда Джеймс Бонд против Вики Ликс». Этот конкурс проходил сегодня. Надо сказать, что он оказался довольно сложным для участников. Мы ожидали трех победителей, победителя был только один. Конкурс длился в два раза дольше, чем мы предполагали изначально. Это было очень интересное мероприятие. Так вот, дело в том, что именно с организаторами данного мероприятия нам удалось достичь понимания в том формате мероприятий, который должен быть сейчас. Это должны быть мероприятия, насыщенные интерактивом, мероприятия, насыщенные креативностью, и мероприятия, которые нацелены на будущее. Соответственно, именно поэтому мы выбрали данное мероприятие в этом году.